Ты взрослый человек, а реклама тебя не исправит. Если ты ездишь как сумасшедший, ты будешь ездить как сумасшедший. Но выслушай нас. Есть люди, которым твои почки и сердце нужны больше, чем тебе. Эти люди отдали бы все, чтобы быть на твоем месте, и на твоем месте они бы не играли со своей жизнью. Поэтому пока еще можешь, сделай доброе дело. Завещай свои органы этим людям. Кроме мозгов,